Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальник», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сейчас хочу представить вам наше новое изделие – шапочку-трансформер. Эта шапка не просто шапка, это шапка, повязка и бактус в одном изделии. А трансформером мы эту шапочку назвали, потому что она очень просто превращается в повязку. Повязку-корону. Посмотрев этот урок, вы узнаете, как вывязываются такие интересные совы, как делаются клювики. И самое главное, конечно, это застежка. Это потайные навесные петли. Если расстегнуть пуговку, вы эту петлю и не найдете. Она не растягивается, не деформируется со временем, в то же время очень легко и необычно выполняется. Еще одной особенностью этой шапочки являются ее швы. Мы очень необычным способом ее сшиваем. Макушка выполняется в виде цветочка. Видите, очень красиво смотрится. Украсит любую шапочку, даже если шапка не будет у вас использоваться как трансформер, как повязка. Красиво, ярко, необычно. Еще раз, необычные застежки, необычный рисунок, необычная верхушка. Ну и очень интересные швы. Сплошные какие-то новые технологии, которые вы узнаете, провязав эту шапочку. Но это еще не все. Возможности этой шапочки очень велики. Ее можно использовать и как воротник-стойку, и как бактус, и как просто украшение для какой-то более простой одежды. Если эта шапочка вам понравилась и вы хотите связать такую же, приобрести урок вы можете по ссылке под этим видео. А также, пожалуйста, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, чтобы они тоже знали и могли связать себе такую интересную вещь. Нажимайте «Нравится», делитесь в соцсетях, приходите на наш вязальный посиделки, который проходит каждый вторник, где мы учимся вязальному креативу. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Ваша Наталья Некрасова.